уверены, что говорите по-русски правильно. Проверьте себя. Подумайте, как правильно сказать? Алфавит или алфавит? Наша учительница говорит: дети, запомните, надо произносить алфавит. А я слышал алфавит. Две первые буквы латинского алфавита альфа, вита. Поэтому алфавит, без алфавита, по алфавиту. По правилам русского языка надо произносить алфавит. Назови буквы алфавита. Сколько букв в алфавите? Алфавит. Русский алфавит. Говорите, пожалуйста, по-русски правильно.